Банк все-таки забирает наше кафе за долги. Я все аргументы исчерпала. А ты пыталась строить глазки? Да, но он решил, что мне нерв защемило. Хильди, кажись, совсем поплохело. Это же наша тетя. Самая злая тетя на свете. И не надейся на завещание, она нас ненавидит. Так она всех ненавидит. Мы хотя бы родственники. Это наш шанс. Двинем к ней. Тетя Хильда. Кто там? Мы слышали, вы приболели. И решили, что я отброшу кони. Не дождетесь. Кузина аж из Нью-Йорка прилетела. И любимая тетушка меня просто обожает. Знаем мы, зачем ты приехала. Считаешь, что мы дуры? Вам честно ответить? Эй, сестрички, как жизнь молодая? Только не он! Слышу, знаю, это страшный удар, но... Мэйси, лапуся, расслабься, у тебя все на лице. Это будет замечательный уикенд. Слышала, твой муж сбежал с проституткой. Это была танцовщица. Если она танцевала голой, значит... Стриптизерша. А все стриптизерши занимаются сексом за деньги. Научный факт. О, ты увлекся наукой? Типа того. Вы загорели, тетя Хильда, просто светитесь. Это желтуха. Вам к лицу. Не мог пройти мимо цветочного для моей драгоценной. О, ты просто ангел. А я сделала тебе фотоальбом. О, Билл, я так по нему сохла в выпускном классе. У него была такая харизма, еле умещалась в штанах. Это катастрофа. Как мы с ними можем тягаться? Мы должны эту парочку как-то вывести из игры. Это наши деньги. Тетя Хильда, нет. Уже умерла? Да не в том смысле. Эти идиотки ее украли. Тони Коллетт, Анна Феррис, Дэвид Духовный, Розмари Дэвид, Рон Ливингстон и Кэтлин Тернер. Что ты задумал? Тетушка нас всех переиграет. Я совсем не была готова к таким последствиям. Я убью тебя быстрее, чем болезнь. Так, тихо. Посмотрите, в кого вы превратились. Очень плохая семейка. В кино с 8 марта.